И грузди попались, и рядовки, все попалось. Вот люблю я это место. Здесь тогда мы приехали день рождения отмечать. Ну, своей семьей. Ну, чтобы поменьше народу было, чтобы не светиться особенно. Песенки попеть, покуролесить чуть-чуть. Вот здесь с краешку были вешенки, росли. И много шампиньонов нашли. Такие красивые лесные шампиньоны, чистенькие, мясные такие. Вот. И вешенки были на деревьях, очень красиво. Девчонки так удивились, говорят, ну эти грибы мы едим, а остальные не любим. Сейчас мы посмотрим здесь зонтики. В прошлый раз мы их забрали. Было очень много, они такие высокие, красивые и толстые. Это не зонтик. Нашла я зонтики только не в том месте, где хотела. Не с краю возле машины, а пришлось углубиться в этот лес. А уже темнеет. Уже пора домой. Но это место нам по пути. Думали, что там будут с краю такие толстые, толстые, красивые, красивые. А мы их забрали и больше не вырыли. Эти тоже хорошие. Вот они вокруг ели. По кругу растут. Просто круг вокруг елки. Елка толстая. Да, хорошо. Сейчас, подожди, я их... Подожди, ты их не срезал? Я их сняла бы. Ну ладно. Вот маховики. А яблоки здесь очень вкусные. Сочные, сочные, огромные, белые, белые. С краю. Рядом на полянке зонтики растут. Я уже не первый раз рассказываю. Я их готовлю. Их можно сушить, конечно, но мне куда сушить. Их нужно разрезать вот большой на 4 части. Обмакнуть в кляр и жарить с двух сторон. Долго жарить. Очень вкусные получаются. Просто крутое блюдо. Только мыть их не надо. Их с пластинок сдувают пыль, а сверху их можно почистить. А в кляр сначала кладут пластинками вниз. Я сначала огорчилась, а потом уже обрадовалась, что нашла я их. Мухомор. Это красиво. Если не найду, на этом и закончу. Вот, это у нас самый большой на сегодня. Нет, были больше. В другом лесу. Все, класс. Мухомор остался. Здесь такое дерево интересное. Деревья здесь большие. Здесь такой водоемчик. Но нынче было сухо, наверное. И он зарос травой. А так здесь уточки плавали. Мы видели, водичка была. Вот закончу мухоморами. И все на этом. Сказки конец. А кто слушал, молодец. Уже очень темно. Были на празднике города. Но наша площадка не работала. На Соколей. Нет, не Соколя гора, а Соловьиная роща. Площадку отменили. Мы рано утром поехали, чтобы снять цыгана. Стефан должен был выступать, мы хотели его снять. Но праздник в том месте отменили. А в центр мы не поехали. Сегодня 25 сентября, праздник города. Отметим в лесу и дома. Чешуйчатка, 2 штуки. Пусть растут, разрастаются, кому-то пригодятся. Еще и маховики здесь в этом месте попались вместе с зонтиками. Они молодые. Красивые, молоденькие еще. Никак не уйдем, уже темно, давай уезжать будем. Обычно меня не выгонишь, а сейчас тебя никак не... Ой. Еще вот этот вот, в зеленой траве, в чистотеле, красивый, самый большой. Вот он, это польский гриб. Ну, маховик все равно. Синеет, значит, польский гриб. Рядом здоровенный маховик. Ладно, все, уходим отсюда. Всем привет и всем пока. Вот такой вот лес. Уже вечер поздний, и мы сейчас уезжаем, но только немножко перекусим. Мы устали, не хотели мы этих рядовок, но они нам попались в большом-большом количестве. Это мрак. Выехали погулять, пришлось работать очень долго и упорно. На этом все. Набрала вчера грибов зонтиков.
Очень-очень много.